Привет, меня зовут Норт, ты на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой продолжаем не пиратскую, а Дикий Запад компанию. Вестерн, собственно. Лассо какое-то не успел прочитать. Значит, опять у нас коники, опять динамички, опять кактусы. Но почему-то только три юнита используются. Четвертого мы видели заключенного, пятого мы видели с сейфом. А, шестой был этот пау-пау. Подожди, седьмой был с карабином. А, и, наверное, еще револьверчики, восьмой. Ну, в принципе, да. В принципе, всю линейку видели. Как-то они очень похожи друг на друга, поэтому можно немножко запутаться. Мне кажется, есть смысл здесь поставить Гидеон. Зевс, серьезно? А давай ради интереса попробуем, что нет-то. Смотри раз, смотри два. Смотри три. В рифму по три не надо. Собственно, по 140, по-моему, были. А, подожди, что, какой 140? Стандартно же. Так, минус коник. Зевс придает ускорение. То есть тут, в принципе, вот они сделали ошибку большую, что они сделали здесь балкон на нашей стороне. Вот они могли вот эти два здания поменять местами, и все. Был бы эпич. Хрен бы кто справился. Пришлось бы ставить всех на эту крышу и войска свои ставить еще дальше. Зевсы зачем-то пошли в атаку. И в итоге попали. Чувак, тебе не больно было? Прям в задницу. Ну, Зевс больше получает, чем они, честно говоря. Эпичный махач. Где Зевс будет срублен гораздо быстрее. Но нет, все хорошо. Хвача схватила. В очередной серии хвача схватила. Это не смешно. Это даже близко не смешно. Где-то за зданиями, скорее всего, спрятаны. Кстати, мы же тут можем что-то спрятанное поискать, по-моему, да, какие-то юниты спрятаны. Я не знаю, ищется ли это здесь прямо в процессе кампании, либо можно что-то в другом режиме каком-то поискать. Я уже, честно говоря, не помню. Я всего пару нашел, просто потому что... Да как-то забываю, честно говоря. Как-то они другим цветом, что ли, или что вот это такое. Нет, так надо. Очень интересная карта, очень такие разнообразные, очень на самом деле... Продуманные, мне кажется. Старались над этим. Музыка неплохая конкретно здесь. В симуляции музыка была очень странная. Да и сама компания, в принципе, была странноватая, честно говоря. Честно говоря, странноватая была. Ну вот что-то здесь, да. Теперь я знаю, как это выглядит. Узник открыт у нас. У нас открыт узник. То есть мы просто находим что-то, оно сразу жух-жух-жух делает, и все, понят. Так, но я вообще никого не увидел, честно говоря. Я не верю, что у нас один шериф. Серьезно? Прям реально дикий-дикий запад. И офигенная превьюшка. И офигенная превьюшка, 700... А-а-а! 750, вот теперь я увидел. 750 у нас против него. Ясно, все, что ты делаешь, успокаивайся. Мансит, хорош! И сейчас, пока они будут перезаряжаться, он всех снимет, да? Да, минус, минус. Хе-хе-хе-хе, дурачок. Что, расстрелял все патроны свои? Ну, дурачок же, господи. Ой, с первого раза, господи. Так, подожди. Две, да, две мы прошли с тобой. Мы с тобой прошли две. У нас очень много здесь противников. 3800 на танка не хватает. Но опять же можно... вот я про что говорил. Теперь хитро. Да, теперь хитро. Теперь мне надо ставить вот сюда. По-другому никак просто. Потому что, ну, они будут отгребать и отгребать и отгребать. И 2700, в принципе, можно одного убрать, на самом деле. А, опять забыл, где они. Одного убрать, поставить, наверное, раз, наверное, два, наверное, три. И, наверное, ну, вот так как-то.
Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Прекращай. Уже тут-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 тут. Ой-ой, мне хана. А может и нет. А может и да. Но они все еще смотрят на этого полурослика. Хвача просто одна подъехала. Зачем-то. Я не вижу, убила кого-то или нет. Подъехала она зачем-то ближе, гораздо, чем надо было. А-а-а! Ой-ой-ой. Это опасно. Она не попадает. Она не попадает. Нет, смотри-ка, вот срубил. Она не попадает под козырек, вот в чем фишка. Да, там буквально какие-то определенные процессы. Смотри, она повреждается даже от умершего врага. Потому что прицепилась кирка. Так это нечестно. За то, что я играю сам, тоже не совсем честно, честно говоря. Что поделать, они настолько тупые, что на дальний бой они приезжают. Хорошо. Нашел угол, с которого видно противника. Есть, последний остался. Есть, все. Вопрос снят на видео. А я думаю, чем так сидеть неудобно. У меня, кажется, кресло немножко неровно. Две пушки. Вот мы еще одного юнита увидели, у которого уже, собственно, прогревает резину, чтобы сорваться на нас прям. Понимаешь? В путь. Дрифтер недоделанный. Мало очень денег. Очень мало денег. Очень мало денег. Есть ребята, которые стреляют сверху. То есть полурослики наши вот эти вот. Они здесь уже не прокатывают. Они не прокатывают сразу. Сеновал. Ну, можно одного полурослика убрать вот этого и, собственно, и поставить три сеновала. Но опять же, мне кажется, что они не справятся. То, что две хвачи, это однозначно. Вопрос в том, на 400 кого поставить. Одного монаха поставить. По 80 не хватает, там по 70 кто-то был, вот. По 70 кто-то был, пусть они где-нибудь отсюда откуда-нибудь идут. Когда идут, будут отвлекать на себя. Вот с этого расчет, что сейчас они все расстреляют. Выйдут эти. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А расчет-то не оправдался. Нифига себе, пушка валит. А расчет не оправдался, все. Пушка это, пушка оказывается такая дикая. Ни черта она вытворяет, ты посмотри. Воу. Интересно, в каждом этапе разные вот эти вот, которых можно найти? Или во всей компании одни и те же? Тут я уже нашел. Тут его больше не будет. Можно ли найти эту пушку? Она прям слишком классная. Она прям очень мне понравилась. Просто в том, что хвачи не совсем адекватно себя ведут, потому что стреляют немножко не туда, куда мне хотелось бы. Так, минус сразу. Минус сразу же, хорош. Что он делает, я не знаю. Он какой-то слишком лютый, слишком дикий. Так, все, пушка. Хорош, все. Это победная катка. Они все равно, смотри, подруливают сами. То есть там просто мне не повезло, на самом деле. 4000. Ну, рецепт на самом деле очень простой. Рецепт всегда очень простой, когда есть доступ к балкону. Рецепт очень простой, прям предельно простой, я бы сказал. Давай на всякий случай для отвлечения поставим. Не знаю. Сюда запихнем. И где они? Где эти ребята полюбившиеся? Вот здесь.
Тут есть с револьвером, ребятки. Куда? Куда? Да не ты! Да не ты! Придурок. Ну как таким придурком можно быть? Он взял и поехал, понимаешь? Но мы все равно победную катку сделаем, потому что... Вача одна жива. Ребятки, вот... А, все. Ребятки, все. Ну, это сейчас будет красиво просто. И одна выжила, последняя, которая сейчас просто... А, две выжили, серьезно? Которые сейчас просто сделают... Ой-ой, действительно. Был рослик один, упал каким-то образом. Наверное, от взрыва. Но при этом он ей втащил. Видишь? Куда ты ручонки свои тащишь, слышишь ты? Она-то не против, она уже умерла. Осуждаю. О, блин. Вот это ж те ребята, которые вверх, да? Ой-ой-ой. Тут сколько ни ставь, мне кажется... Они достанут. Хотя вот это, по-моему, они не достают почему-то. Почему-то они не достают. У нас схема едина, собственно, всех каток. У нас схема всех каток едина. Видишь, они этого запросто просто. Размотали только в путь. Беда в том, что здесь больше выжило, и почему-то не очень хотят. Вот, наконец-то. Но он один может размотать, вот в чем беда. Ну нормально, 1-1, хорошо. Хорошо, тут 1-1. Тут последний... Куда? Я не знаю, живой он там или нет. Я не вижу просто отсюда. Этому немножко в чепчик прилетело, но там, наверное, тоже кто-то живой есть. Вон он лежит. Мне кажется, это он. Так, тут все. Гана переворачивается аж. Все. Это победа. Несложно, хвачи просто на раз. Все это дело разносят. Ну, тут я думаю, что схема может быть старая, опять же. Схема может быть запросто. Вот такой. Как это уже и показывала практика. Я даже не буду ставить на ружье, ребят. В принципе, могу одного поставить. Он не нужен абсолютно. Танк за него все сделает. Ну, куда-нибудь вот сюда просто, чтобы был. Он просто лошадь отвлекает первую. Вторая отгребает от танка. Это отгребает вот этим вот. Все. Этот увлечен танком очень сильно. А, там ребята есть ружьями. Я их не... Куда ты опять, дурак, поли? Идиот. Идиот, ты куда полез? Господи, они совсем неадекватные. Я офигею с них просто. Ну зачем? Зачем дальние юниты лезут в ближний бой? Кто-нибудь мне объяснит? Я просто офигею с них, серьезно. Иногда даже очень. А кто живой там еще? Вот этот, который с киркой? Все. Так, подожди-ка, дай проверим, как-то эта катка пошла как по маслу. Дай проверим, сколько у нас с тобой. 4. А, последняя. Последняя катка. Хорошо. Последняя катка на... а их 5 штук аж. Вот, ну у меня 11 тысяч как бы. Я как бы могу себе позволить как бы 2 танка да Винчи поставить. Я могу себе позволить поставить 2 хвачи в запас. Как бы, чё я парюсь-то? Ну вот.
То есть танки, в принципе, на себя берут. Идиоты из хвач стреляют почему-то вообще не туда. Но это проигрыш. Беда в том, что танк стрелял по этой пушке, он почему-то не вывез. Он стрелял по этой пушке, он не вывез. А, до них осколки ядер долетали только. То есть у них настолько быстро и далеко стрельба идет, что даже через танк попадает в хвачу. Ну, хвача жива осталась, да, все, хвача лупит. Хвача лупит, но танка два почему-то нерасчехленных осталось как будто бы живых, а на самом деле нет. Три пушки осталось. Еще раз. Пробуем еще раз. Ну, если не сработает, просто реально, мы оставляем один танк, ставим еще две хвачи и на остальное ставим дешевых юнитов, которые просто отвлекают. Потому что один на один их просто не перестрелять, они слишком дикие. Они залпом бьют, понимаешь? Они бьют залпом, их не перестрелять. Поэтому, к сожалению, тут честно не выведешь. Только хитростью. Только хитростью. У нас остается 1000, на которую мы, естественно, ставим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. То есть тут вообще без вариантов просто. Пушки отвлечены и все. Дальше можно не переживать. Дальше либо танк, либо хвач. Ну, тут уже вся сторона полегла. Тут один кактус остался. Ну и все, собственно. Понимаешь? Вот и все. Вот и все. Эта эпоха побеждает более свежую. На этом я тебе скажу спасибо большое, что смотрел или смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик. Не забывай писать комментарий. Возле лайка, дизлайка и стрелочка поделиться. Поделись, если тебе не сложно. Скажи друзьям, что классная серия, надо посмотреть. Также в описании ты найдешь плейлисты на другие игры. Также ты найдешь ссылки на другие соцсети, группу в Телеграме, группу ВКонтакте, где есть материал, которого не будет на канале. Еще раз тебе всего хорошего. Пока.